В Абхазии с визитом находится израильская делегация, в составе которой руководители крупнейшего инвестиционного холдинга «Глобаль КСТ». В Сухуми прошли переговоры членов делегации с премьер-министром республики Сергеем Шамба, на которых речь шла о возможном сотрудничестве в сфере безопасности, туризма и агропромышленного комплекса. О ходе переговоров расскажет Владимир Никонов. Договоренность о визите в Абхазию руководителей крупнейшего инвестиционного многопрофильного холдинга «Глобаль КСТ» была достигнута в ходе прошедшей на днях в Москве встречи руководителей холдинга с президентом Сергеем Багаб. Следует отметить, что данная встреча была согласована с представителями официальных властей Израиля, потому это событие претендует на ранг исторического, так как это встреча самого высокого уровня из имевших до сих пор места контактов между Израилем и Абхазией. Члены израильской делегации, которую возглавляет президент «Глобаль КСТ» Исраэль Зив, 14 апреля прибыла в Сухум, где после предварительной беседы с премьер-министром Сергеем Шамба провела рабочую встречу с руководителями правительства и, что называется, профильных министерств и ведомств, в ходе которой обсуждались различные аспекты двухстороннего сотрудничества. Открывая встречу, Исраэль Зив и Сергей Шамба, в частности, отметили. Мне кажется, что наш визит в Абхазию, у него есть исторический элемент. Я думаю, что есть сходство между двумя народами, между еврейским народом и абхазским народом. И нашей историей. И вы тоже, довольно маленькое государство, маленький народ, рядом с которым есть довольно проблематичные соседи. У вас просто нет другого выхода. Как и у нас, у вас должна быть удача. Вы должны. Анахну лахен алиф маргишим ноах, маргишим бабайт. Мы, да, чувствуем себя дома. Нам очень удобно, комфортабельно быть тут. Ве бехлет анахну квар басихот акодмот им Бизнан ва им Рош ха-Мишала маргишим ше еш арбе мод кар ле шитуф пуула бен ха-Мединот. И уже на раннем этапе переговоров и наших разговоров с премьер-министром мы чувствуем, что есть у нас точки соприкосновения. Анахну бехлет רוצים להיות אותו מכשיר, אותו מנוף עבורם כדי לסייע באותם תחומים שבהם אנחנו יכולים להביא את היתרון היחסי לאבחזיה. Мы да хотим быть тем трамплином, может быть, или инструментом в руках руководства, в руках государства Абхазия, для того, чтобы использовать нас в тех плюсах, в том запасе, который у нас есть. И я надеюсь, что наш визит сегодня – это начало хорошей и близкой дружбы, которая может быть между нами. Мы знаем, что в Израиле используются передовые технологии именно в тех направлениях экономики, которые нас в первую очередь интересует, которые приоритетны для нас. Именно поэтому мы акцентируем наше внимание на развитие в области медицины, сельского хозяйства. Но мы сегодня затронули гораздо более широкий круг интересов, которые, общих интересов. Мы бы хотели, пользуясь тем политическим и экономическим потенциалом, который есть в Израиле, развивать наше сотрудничество так, чтобы привлекать сюда зарубежных инвесторов, совместно планировать стратегию развития в целом страны. И отношения, которые складываются у нас, дают основания полагать, что мы сможем реализовать эти наши
планы. Визит израильской делегации продлится в течение 2 дней. Израильтяне планируют посетить различные районы Абхазии, чтобы ознакомиться с местной спецификой, осмотреть объекты, представляющие инвестиционный интерес. Владимир Никонов, Гудиса Аруха, Валерий Агумала, Абаза ТВ. Между тем, МИД Израиля поспешил откреститься от визита в Абхазию делегации этой страны. Заместитель гендиректора МИД Израиля Пинхас Авиви заявил порталу Израш, что его ведомство не было проинформировано по поводу поездки в Абхазию делегации холдинга «Глобаль КСТ». Он отметил, что Министерство иностранных дел не имеет к этому никакого отношения. Вместе с тем напомним, на днях израильский концерн подал иск против Грузии за неоплату беспилотников на сумму в 100 миллионов долларов в связи с отказом правительства этой страны оплатить долг за поставку вооружений по ряду контрактов. В свою очередь, штаб по борьбе с терроризмом Совета национальной безопасности Израиля принял решение вновь внести Грузию и Армению в список стран, не рекомендованных к посещению израильтянами, в связи с тем, что в этих странах для израильских граждан сохраняется конкретная угроза.